Весна красна. Праздник с таким названием устроили в 3-м детском саду «Светлячок». Праздник традиционный, сочетающий в себе игровую часть и конкурсную на лучшее чтение стихотворений. Уже стало традицией перед Международным днем книги проводить в нашем детском саду такой конкурс. Дети показывают свое мастерство в выразительном исполнении чтения стихотворения. Выразительность чтения стихотворений оценивает разностороннее жюри, в составе которого воспитатели, музыкальные работники, психолог. Тематика выдерживается строго. Весна и хорошее настроение. Весна – это наше тепло, и снег выпадает, а на зеленую травой подснежка взлетает. Идет весна по городу. И ухудили улыбка, и как бабами рыбка улыбнулась, водится улыбающиеся птицы. Чтобы ребята не скучали, к подготовке конкурса организаторы подошли творчески. В прошлом году обыгрывали Незнайку, а в этом на праздник пригласили саму красную девицу Весну и ее верного помощника, проснувшегося медведя. Заспал я, детвора, наверное, поиграть с вами пора. Я хожу, 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 хвостик я тебе ищу. Вера, хочешь быть моим хвостом? Работай. Итоги подвели в двух возрастных группах, старшей и младшей. Среди победителей и лауреатов Настя Демченко, Вероника Розинская, Маша Паксина, Вова Кондратов и другие. Все участники конкурса чтецов получили грамоты. Анна Пыльцина, Александр Кабаев, Анна Белова, Ивантеевское телевидение.